красная, попробуй только пикнуть. Где твой номер? Номер? Да, номер. И не притворяйся, что ты не знаешь. Какой у тебя номер? 218. Ну и где он? Потеряла я... Да он у тебя на крючках, Сан-Ферес. Он у тебя на крючках. Из каких пор, Сан-Ферес, ты стала носить берет на бикрень? А фартук в талию? Да это ты так вырядилась, Сан-Ферес. На бал? Да? На бал! О, пардон! Нет, постойте, господин учитель. Постойте и взгляните своими собственными глазами. А что, собственно, происходит? Что происходит? Вы меня спрашиваете, что происходит? Только что прошел дизель, и я поймала вот ее на перроне. Прямо на перроне? Прямо на перроне. Понимаете, господин учитель, я не знала. Что ты не знала? Что ты не знала, Сан-Фереску? Что, не висит в гимназии приказ черным по белому? Не переписывали вы его в тетрадке 75 раз? Что написано в приказе, Сан-Фереску? Запрещается ученицам младших и особенно старших... Господин учитель... И особенно старших классов находиться на вокзале в дневное и вечернее время, но особенно... Что особенного, Замфереску? Часы, когда проходят дети. Ну? Вот. Вот. Так что ты здесь?